Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих». Сейчас мы посмотрим карта дня, что же принесет нам вторник, что делать, что не делать. Сейчас посмотрим. Вторник несет много новостей, вторник несет много действий. И именно ваши действия во вторник могут принести какой-то результат. Что еще я могу сказать по этой карте? Во вторник некоторых из вас ждет встреча. Это мужчина старше 40, он шатен с темными глазами, очень яркий, очень открытый. Это открытый человек, который всегда говорит то, что он думает. Кстати, это плюс этого человека по той простой причине, что вам не надо догадываться, как же человек к вам относится, что же человек от вас хочет и о чем человек думает. Этому человеку можно доверять. Для каждого из вас это может быть своя встреча. Для кого-то эта встреча личная. Для кого-то эта встреча может быть рабочей. Вот то, что я вам сказала, что знаете, что человеку можно доверять. Единственное, что вот с точки зрения уверенности в себе, этот человек не всегда уверен в своих высказываниях, в том смысле, что все-таки у человека есть какое-то недоверие именно к себе самому. Не к кому-то, а именно к себе самому. Соответственно, когда человек говорит, он говорит все, что он думает. Но знаете, вот что я тут вижу, знаете, как человек извиняется. Вот уж простите, я так и так и так. Вот уж извините, вот что-то в этом роде я чувствую от этого человека. Вот. Тут еще один момент дня, что будут ситуации происходить, в которых вы, может быть, будете не уверены, правильно ли вы принимаете решение, правильно ли вы хотите действовать, правильно ли вы заполнили, например, я даю вам пример, правильно ли вы заполнили анкету какую-то определенную для чего-то, правильно ли вы составили отчет. Правильно ли вы провели митинг? Это для тех, кому это актуально. И тут могу сказать, если ляпать, то с уверенностью. Ваша неуверенность в себе будет читаться другими людьми. Соответственно, это может помешать. Поэтому, если все-таки есть вот чувство неуверенности и оно сильно, отложите те встречи, в которых вы не уверены. А так скажите себе: я все могу, и вперед, и только вперед.